избавился. Поздравляю! У кого-то сегодня просто хорошее настроение. Поздравляю! Даже если у кого-то настроение не важное, но мы все равно вас поздравляем. Ведь плохое настроение не может быть вечным. Ему на смену обязательно придет хорошее. Поздравляем с наступающим хорошим настроением. И приглашаем вас на концерт по заявкам, который проходит в рамках всероссийской акции «Щедрый вторник». Thank you.
Если человек возбужден, то настроение у него красного, алого, пурпурного цвета. Если спокоен, синего, фиолетового цвета. Верим, что среди нас нет ни одного человека, у которого настроение черного цвета. А давайте сегодня все цвета своих настроений соберем в одну большую разноцветную радугу. Радугу хорошего настроения. А для того, чтобы слова не расходились с делом, продолжаем концерт по заявкам. Очень часто на песни записывают лирические отступления. Например, вот такое. Привет, солнце. Привет. Как дела? Хорошо. Итак, в студии звукозаписи. Где его носит? Алло, Лёш, ты где? Хорошо. Что хорошо? Ты где? Я тебя жду. Прости, я запутался. Между нами стена. Да, мне дверь, заходи. Дверь? Захожу. Ну что ты опаздываешь? Ладно, я ставлю на запись, давай, звони мне. Ну? У меня денег на счету нет. Ой, ты из студии, здесь можно без них. Тогда лучше матери в Красноярск позвоню. Какая мама, какой Красноярск? Ладно, я сама позвоню. Алло. Алло, кто это? В смысле? Еще раз. Алло. Алло. Знаешь, я соскучилась. Учиться тебе надо. Ты издеваешься? Еще раз. Алло. Алло. Как у тебя дела? Да нормально. Да, могу быть, братан, можешь мне пожалуйста? Да ну, Лёш, ну ты мне тогда звони. Алло. Алло. Тут такое дело, Амин, нам надо расстаться. Почему? Что случилось? Ты достал? Да ну, Лёш, ну позвони мне, сообщи какую-нибудь печальную новость, чтобы я расстроилась, а? Алло. Алло. Тут такое дело, Амин, Ставрополь срачались, уже пшеницу сожрала. Какой Ставрополь? Какая срача? Ты вообще знаешь? Да? Я? Ну раз это твоя песня, зачем ты ее портишь? В смысле? Я как раз по тексту говорю. В смысле? Девочка моя, это рэп. Здесь любая фигня звучит логично, даже это. Алло, прости, я запутался, что между нами стена. Меня запрошу, у меня денег нет, на счету не гони. Тогда я лучше маме постоянно позвоню. Учиться тебе надо, ты знаешь, Альбина, но нам надо расстаться, как она надоела. Лучше пиши свои справа. Тут такое дело, Альбина, Ставрополь сранча, весь рожай пшеницы сожрала. Все, я сейчас приду. Алло? Я не приду. Ярославская школа. В преддверии Международного дня матери всех мам на свете поздравляем. Желаем сердцу не стареть. Пусть дети им любовь подарят, и счастье их найдет скорей. Для всех мам на свете прозвучит веселая песня. Thank you.
точно знаю, меня ждет родная мама, 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 мама. Я проснулся сегодня рано, отменился свои дела, вспоминая, как дома мама в детстве меня ждала. И забыв обо всем на свете, будто снова мне 10 лет, я несу через весь наш город маме любимый букет. Маме любимый букет. Бежали навстречу маме, чтобы ее обнять, чтобы ее обнять. В екатерининской школе принято помогать друг другу и делать все вместе. Мы вместе участвуем в конкурсах, готовим праздники, следим за порядком в школе, участвуем в субботниках и различных акциях. Старшие ребята помогают младшим в учебе, и даже этот ролик мы делаем вместе.
открытая, полная внутреннего света улыбка. А если речь идет об артисте, то еще и талант, и творческое вдохновение. По многочисленным заявкам наших постоянных зрителей на сцене Школьный театр «Экспромт». А иногда к нам в район приезжает областное телевидение. Никифоровский район славится на рекорды. В позапрошлом году мы нашли самую большую семечку щавеля. Помню, приезжали, снимали. В прошлом году мы вырастили самый большой лист щавеля. Помните? 77 сантиметров. Как такое забудешь? В этом году у нас новый рекорд. Боюсь спросить, какой? Мы испекли самый большой щавелевый пирог! Ух ты! Ладно, чем вы планируете нас в следующем году радовать? Не знаю. Похоже, не увидимся с вами больше. До свидания. Фух, я все. Так, Карина, если ты не доешь, то замуж ты не выйдешь. Ты, мам, что за глупости? Карина, я давно хотел тебе сказать, а ты не доешь. А я доем, я доем. Отец привел сына на борьбу. Все, 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 15 минут отдыхаем. Здорово, командир. Хочу сын твой бою устроить. Вот где снился. Зачем мне снился? Мне деньги нужны. А купить снился? Нет. Ты его не понимаете, от чего вы отказываетесь. Он мне любого удара выдержать может. Че, прям любой? Смотри. Малой, мы продали все твои игрушки. Держись. Держись. Пожалуйста. Слушай, одно одолжение. Вы его только сильно по голове не бейте, а то он забывает, как глотать. Сейчас помнишь? Владимир. Здорово, пацаны. Пап, откуда ты их знаешь? Бей меня, идите отсюда. А иногда, да чертом иногда, часто в нашем районе бывает областное телевидение. Возвращаемся в замечательную Дмитриевку, где только что был побит очередной рекорд. У нас новый рекорд. Самое массовое пищевое отравление щавелем. А, подождите, а вы? А я щавель не ем. Я его терпеть не могу! Thank you.
толковый словарь. Открываю первую попавшуюся страницу и вижу. Футурология. Что бы это могло значить? Оказывается, это наука, которая изучает и предсказывает будущее. А что, если я хоть на несколько секунд попробую стать футурологом? Попробуй. Мы ждем от тебя предсказаний. В будущем. В самом недалеком будущем. Всех нас ждет видеозаявка из Самбург-Покровского филиала нашей школы. Угадал? Угадал. Смотрим. Лети, лепесток, через запад на восток. Облети вокруг земли, быть, по-моему, вели. Светик, семицветик, где ж такое чудо взять? Может, взрослому и детям все желания исполнять. А у нас тоже есть такой цветик, семицветик, с ним вам шлем. Большой медведь! Сдать экзамены непросто. Все прекрасно понимают. Сдать ЕГЭ и выжить после – основное пожелание. Не теряться, не орать, запастись терпением. Волосы не вырывать в грустном настроении. Чтобы экзамены сдать отлично, нужно выспаться прилично, все билеты дочитать и желание загадать. Я желаю не бояться и в себе не сомневаться. Пусть к тебе успех придет, пусть тебе поможет Бог. Пускай вам улыбается фортуна, что есть мочи, и пусть она старается помочь вам очень-очень. ЕГЭ – испытание на смелость, на выдержку и удачу. Еще желаю вам радости и удачи. Желаю хорошо учиться, ведь знание – это яркий свет. Чтоб в жизни многого добиться, тяни счастливый свой билет. Не надо сильно волноваться, бояться и переживать. Мы верим, стоит постараться, и сдашь экзамен ты на пять. Просим вас для поднятия боевого духа для всех преподнести музыкальный подарок. Blue.
все помню твой взгляд. Где же теперь наш май, на щеках слеза? Не верил я почему-то. Люблю тебя. Радости и хорошего настроения. Поздравляю!